Здравствуйте! Добро пожаловать в наши апартаменты в Абхазии. Пройдем за мной. Пройдем за мной. Здравствуйте! 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 Пройдем за мной. Пройдем за мной. Пройдем за мной. Пройдем. Вот это наша... Так вот, это наша гостиная. Вот здесь наш великолепнейший мини-бар. Кровать. Прекрасный вид на московскую стройку. Мы же в Абхазии! Сейчас я покажу вам наш номер. Это душ при входе. Понимаете, он прозрачный, прозрачный, прозрачный! Сейчас заплачем. Открываем шкафчик, а тут сюрприз. Та-дам! Будильничек. Ничего. Что это? Господи, это не труп людей. Посмотрите сюда. Эй, Ложкин кот, это что вообще такое? Что там? Я не буду следующий. Там трупа нет случайно где-нибудь. А чего же вы? Полулюкс. Да, это полулюкс. Короче, мы сейчас на каком-то ЖД вокзале. Такое ощущение, что просто снимались ходячие мертвецы. Вот реально, посмотрите. Мы приехали на Голубое озеро. Вот смотрите, людишки. Привет! Hello, everybody! Господи, корова по улице. Я не про девушку. Итак, мы в очередной раз бесплатно доехали до города Гагры, а вообще я в LA. Теперь мы оказались в Японии, смотрите на этот прекрасный бамбук. Я люблю леди Гагру. Итак, я в Сочи. В Сочи я была суммарно примерно час. Так много. Обожаю Сочи. У нас перенесли рейс более чем на 6 часов. И теперь нас бесплатно везут в отель какой-то. Настя хочет бассейн. Бассейн, бассейн. Так как наш рейс перенесли более чем на 6 часов в ночное время, авиакомпания предоставила нам на ночь проживание в отеле «Жемчужина» в Сочи. После нашего ужасного отеля «Жемчужина» показалась нам просто дворцом. Моя реакция просто... Это подарок судьбы. Господи, да пожалуйста, всегда откладывайте наши рейсы. Давай, открывай. Не могу попасть. Вставьте карточку. Ну, а почему две кровати? Так, здесь светлое. Светлое, ну не так уж, прям в коридоре лучше. У нас есть балкон! Я не могу! Я не могу, блядь! О, боже, бассейн! Бассейн, бассейн! Господи, зеркало! Зеркало! У нас в отеле даже зеркала не было, мы просили его. Смотрите, она плачет просто. Такое ощущение, что вы, знаете, в передаче «Барышня крестьянка». Отдельный туалет в отдельной комнате с отдельным душем. Это душ при входе. Прозрачный, прозрачный, прозрачный. Я послезилась просто. Ух ты, море. Доброе утречко. Если
Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте ему пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, а также нажимайте на вот эти видео. А вот эти три маленьких синеньких кружочка — это тонкий намек, чтобы вы заходили ко мне в гости ВКонтакте, в Твиттер и Инстаграм.